почти. Как на Poly Power убрать список этих, блин, классов? Опция где-то? Так, шаман это хил или нет? Шаман, как? Пятая ката, ты в гисе? Друг Болидарин, зачем мне эта информация? Друг кого? Вара какого-то. Ну то что, типа этот? Привилегии какие-то даются или чё? Я не понял, чё-то кто? Какой? Типа я по блату, понял? ФКМП, чего, блядь? Эршам, о. Так, что-то я еще хотел выстить. Что-то мне еще стоял. А, да, надо что-то закинуть. Зеленую несокрушимость. Здесь еще что вводит шансонов на ретрике Ваультер. Не попал, слава богу. Вот так не вот нужно. Не дал ворваться, короче. Ладно, хорошо. Да чё? А ты китайский? Ты... А какой первый инст? Хорошо. А чё, вы уже там? Да, так захилим. А что-то зеленый бабл, Джурадан, Эршам и Прист. Да захилят они, ты что, издеваешься, что ли? Зеленый бабл в этот, в мейн состав в 25-ке ходит. Палом, Джурада в гере. Два 260-х. Ой, там есть кто-то у камня? Засумуй ты меня, я пойду в инст сяду, пойду в БФК одну минутку. Я вас, блядь, Вой, да ты можешь это не озвучивать, что ты печатаешь? Мы видим, блядь, что ты печатаешь. Нахуй нам эта информация еще раз? Только ты чат не читаешь. Может, может просто сделать событие, там, вторая охота. Ну, и тот, кто сейчас в рейде детства, может уступить место. Он этот как вступитель. А, ты 25-ку поставил? Так, да, все. Ладно, здорово, все. Войд, я войд, войд. Пошел, отойду в туалет. Войд. Войд. Возьми вон с тех классов, которые не хватает. У нас только один рейтерик, блядь. А, ни одного лока. Возьми, пожалуйста, вон лока. Да я вам просто говорю, нахуй нам столько варов и столько рок, да и баферов. Вон, ты мне батяшка появился. Я тебе уже 20 раз плюсанул, блядь. Я же тебе написал, я в первый выклик палом пойду, а во второй пойду антом.
Ты сказал да. Я тебе плюсовал. Да, да, да. Импотент. Блять, ты читаешь, да. Ты, блядь, ты, наверное, блядь, с Англии, да? А, ребут сорвал. Че, у вас фул? За второй же ЕП не дается, я так понимаю. Войт, мне кажется, много вылетов сегодня будет. Скажите там, что бафает. Трусы бафай. Трусы? Потому что его бьют. Здорово. Ты уже с ботом? Меня крякнули. А, ну мне как раз надо прийти. Так чё? Бабл, дай мне кулаки. Что дал?
Кулаки. Так у вас назначены. Тебя мешает. Не, Дон кулак поставит. А чё, чё? Чё мне мелких топлик? Жи, я ещё не бафал. Магом тоже дай кулак. Хотя... Да. Не-не. Тут-тут готов. Ауру от огня поставьте один паладин. У кого свободный ауру? Так у тебя есть еще тут вар. Ёб его идти. Наполеон. Шаман Геру, да и сука. Вот нас соберите, вот. Досведите их. 50 тонн хп. Я не зацеплю уехать. Антифир поставь, шаман. Ладно, дай БР ему. Дай дзю. Где он там? Я, короче, даю ему БР. Давай, Мак. Не, слышно, не? Да. Сейчас. Да
за мишка-то не сдох. Говорят, фейри не хилится. Просто танк танки, тряпки. Ты это пьяному медведю сказал, понимаешь? Вот ты... Да? Всем здрасте. Треснете? Ставлю. Спасибо, прест. Имеешь в виду никогда? Когда-нибудь-то будем. За бичереску двойной ГП. Ну, в РС-ке там же будет 4 луча. Это бичереска называется. Правильно выносить метку. Там самое сложное в свету, могут ваншот мутить и мобы и все. А остальное хуйня. Нужен танк и хилы нормально. Ну там 265 плюс гир должен ходить.
остался маг. Нет, вот и закрывал я, когда давно уже, когда поставили ее в арк. Там 265-е люди были. Даже 260-е, по-моему, парк я был. Заходить мне, заходить, Войт. О, ни хрена себе, я лич цвет нашел. Включил таймер, час времени у нас есть. Ну, не знаю, нормально, вроде оттанчит. Да, иди, да. Ну, короче, я отсол. Я сейчас спеклюсь, но. Я так смотрю, в Доларане никого нет, вы всех суманули на камни. Заходим в инст. Ничего не надо забирать с меня. Просто а рыбку поставите? Кто-то из паладинов даст боб и все. Да, поставим. Поставил рыбу. Есть и будем начинать. Кубаф обновляем. А кто второй танк? Наполеон, вверх. Добро пожаловать, герои! Вы услышали призыв Серебряного Авангарда и без колебаний откликнулись на него. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды Серебряного Авангарда, который направится в цитадель Ледяной Короны. Мои чудовища не чета героям Альянса Тириона. Я видел и более достойных соперников в багровом круге. Напрасно тратишь наше время, паладин. Из самых глубоких и темных пещер Грозовой Гряды был призван Гормак Пронзающий Биви. Бой, герой! Зеленый бабл, будь добр, выйди, пожалуйста. Геру не даёте? Геру, шаман. Понял. Танк, не стой в луже. Ну блин, разверни её нахрен.
таберники, алиск, чё, и халтурик. Ну а там же еще один будет, правильно собираться? Вы можете хила взять, я спекнусь в шипы обратно. Да-да-да. Алиса. Нахожу. Сами мошки какие-то славы.
паладин, который зашел, говорит, что может зайти на демона. Забираешь рейдера, его надо само ноги походить. Я спекаюсь. Боешь? А что делать с бешкой? Ролить можно? Войд, говорю, шредеру пати накинь, я пойду за сумони его. Так, слышно меня, да? Так, давай в ГБ, чё? Это что же рыба, хуиба и вся эта хуйня закупается с этих боешек. Распекаться? Хилам нужна тринька, нет? Если там кому-то с хилов нужно на мейн спек, я могу отдать. Ну я же хэп-прист был. Вообще шопы мейн. Но там вроде никому не нужно. Зря ты сказал, что ты хэп-прист. Ой, как зря. Ну я... Так тыкните справа вон шансун хэвус мони. Почему? Зря сказал. Так меня суммон-то не кинули, да? Справа, передняя. А звезду. Кого мне держать, Войд? Хорошо. Ничего не доберете последнего?
Я точечно лимаз испал? Ок. Захожу. Да-да, захожу. А есть дживс, у кого реги кончаются, 20 регов всего? Окей. Люди, вы меня еще не кикнули? Не заменили еще вместо этого есть. Бля, я, короче, сейчас зайду минут через 5. Начёте с микрофона. Я с телефона. У меня комп офнулся. А чё импа, кого пиздить, блядь? Ну, заебись, короче. Юзал уже. Печеньку, бейте охотницу. Я ж сказал, что не был. Как меня это заебал. Крестик бьем, не? Дайте ману. А, я сейчас сдохну. Зачем такое дело? Я вообще модно танчу без формы, ёп. Да он загрелся на меня без формы и не слезает нахуй. Хорош агрить. А у меня сало. Сейчас посмотри, все бьют сову. Мах меня долбит, а. Я задолбался нон-стопом тебя лечить. Каждом, сука, рейде этот ебучий маг пиздит только меня, на. Мастер, а что сразу... Мастер, а чё ты сразу-то не стал, когда я тебе бэр дал? А я чё-то втыкал. Ну, в смысле, это... Я дал сначала вставалку, у меня потом ещё расшотку, потом смотрю на мне бэр, думаю, а, надо вставать.
сегодняшних потерь мы стали слабее, как целые. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Упали великие воины. И ради чего? Истинная опасность еще впереди. Нас ждет битва с королем Личом. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Мастер тотема. Ярости недостаточно. А сколько будет пристаба? Охуенно, крест сняли, дали каску. Чуван, за огромное. Говорить это, да? Новый РБК. Там пиздец, короче. Почему пиздец? Чё за РБК? 5 штук. Ещё 5 штук РБК? Только там падает 239-й левел. Я захочу. Ну нихуя. Мне кикнули, ля, за что? Что еще сомневаешься в могуществе Орды, паладин? Мы примем любой... Я же сказала, что сейчас зайду. Тебя кикнули до этого. Место есть? Нет. Сейчас. Это я у инста, все заебись. Так, шейп, или даешь арпалу, или даешь вару. Либо ГП. Я понимаю, конечно, что вы ролите на несколько спеков, блядь, но... Соответственно, ребят.
сложи ледяную скорбь, и я отдам тебе заслуженную смерть. Нерубианцы воздвигли целую империю. Но 64 Гурыч второй паролу. Его пал, по-моему. Вот ему и отдавайте. Блядь, я ему уже дал, чего ты ебались. Так он, блядь, чат написал, ты пиздишь за чат и сам никогда его не читаешь, блядь. А чё вам мешает открыть свой рот, блядь, я это сказать в Дискорде, а? Ну, блядь, потому что я не хочу разговаривать, блядь. Не всегда могу разговаривать. Не врывайся так, ёбай, шейперный. Я ещё, блядь, не врываюсь. Ты ещё ни разу не слышал, как я врываюсь, блядь. Ты не можешь просто. Не да, то есть поговорить об этом, блядь. В автозак будешь врываться. Блин, уже начали, а я тут эту дверь открывал, ходил. Агро. Легче что поднимать? Рад, дай Лексус Б. А вот я всегда без щита танчу. Хуёвая шутка, блядь. Дайте Lexus BR, чё вы зажали-то? Варов унижают, ДПСить не дают. Lexus, вставай, Lexus. Ламповая история.
место на замену есть, господа? А, окей. Сейчас магик. Да, заебись тема. Ну как бы это по Фрейду все. Как убивать свой организм, это дело каждого, между нами. Я Блять, вы слышали, он нам угрожает. Заявка на победу. Пиздец. Анкил уже там. Как вы так? А, этот ППшер, блять. Я знаю, ну, как он так быстро ептал. Да ты пришел сам, блять, в зону 53, блять. Зону 52, блять. И там enjoy можно хуйнуть. Да, Инжа. Ну да. Чё, ставим таймер на 4 месяца и ждём этот ZS. Почему на 4? На следующей неделе должно выйти, блядь, говорят. В сентябре у них. А хуй она выйдет, ёпта. Не все проносят CLK25HM и RS. Это вот людей стараются контент делать. Каждые 4 месяца тут контент выходит. Ну да. Важно по той причине, что когда выйдет ZS, CLKHM понерфят, по-любому. Возможно. Там будут нерфить всех боссов, кроме, допустим, Лича или Джайда. А как у тебя ник-то? Чего, блядь? Ой, взорвался, блядь. Ты кто вообще? Сейчас этот скажет. О, цирк приехал, да? Ну вот. У меня есть. Ебать, нахуй. Мне, короче, надо отрубать у Алисы, блядь, голос, нахуй. Да, капец. Да,
Ой, слышу, скоро Лимон заград, за решеткой будет, да? Паладину у него заберите, главное, блядь. Рейпер, хватит орать, пожалуйста, бесишь людей вообще. Не поебать. Завлик, ты меня люди бесят, блядь. Через YouTube. Либо Play и через ВК этот. Ссылку с ВК. Либо поступи как уебан и поднеси микрофон к колонке. В этом плане РК был, конечно, хорош. Включил музыкальный режим инди. Заходишь на тот трек, там, по идее, должна быть ссылка. Ой, пошли пиздить трэш, в жопу ссылку. Алиса окнулся комп и не включать. В смысле? Это я уже давно написал. А, пох. Банзай сбил, позбивай. Сейчас вы маленькому, яйца сбили, на. Алму кастру разбили, блядь. Войд, плечи, Навара, Ванзай можно за ГП возьмет? Куда, блять, пуляем, я жру, сука. Я рыбу жру и в реальности тоже. Клёны. Лексус отлично танчит. Так, вот на кого мне щиток дать. Да Лексуса попробую, держи. В смысле, оно уменьшается чаще шеймов? Да, уменьшается, он будет лежать почаще, чем сейчас. Чуть-чаще. Лежать он будет. Когда ЦЛК будет? Что курва не сводим, так ебаный. Курва матка, блядь. Мне так группа называется, моя личная. А...
Чё ход не встаёт? Йорд, Верн, кто-то. Потому что нехуй, блядь. Если чё, это не Милик умер. Просто в детстве мама ему говорила, тебе надо быть Миликом, ой, РДшником, РДшником, а тут он захотел быть Миликом всю жизнь. Ебать, как все сходит. Еще один упал. Нихуя. Иди. Блядь, зачем тебя ногами пиздить начнет? Чё, мод я Велема нахуй? Хилить нету вообще. А кто нахуй сдохнет? Нихуя хилит. Сдохну, гета получу. Убираю всю пачку мод. До конца. Лексус, ворвайся. Дикости, заберите мобу, пожалуйста. Там мага пиндюлит просто. Шансов выспиздил на плечи, на попки, сука. А? А чё хуй? Ой, я рак на попу.
Я впервые не сдохла тут. За Вайда. Мне послышалось, ты сказал ложиться. И пойдут ложиться. Собор гильдии только через постель Гэмона. Варов не брать больше, блядь. И так в кого не плюнь, сука, вар, блядь. Да. Поверьте мне, собрал я шеем и один не намного вырос ДПС. Что-то светится, что-то бьет, там, блядь, да. Ну, 1.5-2к плюс, ну, так вот так. Да поебать, ачивка, блядь. Который даже не дает ачивпоинтов. Ну, на X10 там подобие шейма была, пуха 315, и, короче, 315 еще легендарка была, пуха, на... Там чисто воин был указан. Она что-то какие-то таланты ему увеличивала, короче. Но она была чисто донатерская, ее нельзя было сделать. И купить ее можно было только 6-й VIP. Ну там вар просто, понимаешь, в версте 48к давал, блядь, и держался. Я опять не сдохла, господи, боже мой, какая же классная. Сколько счастья в этом голосе. Ты представляешь, она типа утром просыпается, а у нее сиськи есть. Вот такая, о боже, блядь, у меня сиськи. Я утром просыпаюсь и вижу. Да не знаете, я тут постоянно дохну. А почему ты тут дохнешь? Ты анализировала? Потому что я тупой дохнул. Её все поставляют. Просто на ДК я не сдохнусь. Алиса, а чисто теоретически, если бы тебя выкрал маньяк, и ты проснулась, бля, чё в какой-то пещере, ты бы тоже так орала? Да, кого ты ешь? А можно уточнить, ты сказал выкрал? Да, украл, выкрал, ну. А, все, просто не послышалось, извини. Ты что послышалось-то? Выебал или что? Не-не-не, все, это уже не важно. Короче, как обычно. Охрана, отмена. Прикинь, блядь, из-за того, что у меня есть глаз Грула, я не могу его ролить. Вот это, блядь, поворот. Возле руки. Блядь, Шансок, ты охуел уже? Или чё там, блядь? Чё, я чё, посраливался? Да. Но короче, не сраливай, пожалуйста, нагрудник. Вот это то, что мне нужно с этих трёх листов, пожалуйста. Не, ну нет. Да, у нас же правило, один токен наебало. Кто второй пароль на токен? Говорите мне. Смотрим, блядь. Болтер мастером. Я. Зачем тебе нагрудник? Мне нужно 4×4, лол. А ты вот. Уверена, что тебе нужно именно Т4, а не Т10, нагрудник? Да. Ты уверен, что тебе надо накрутить?
Я. Ну, Шорика приключить. А суммон можно? Так давай их заебошим. Так по команде соберитесь. Да уже, давай нахрен, пинай их. А тебе нахера мастер Т4? Ты шершан. В смысле, блядь? Не в тебе силы, по-моему. Алло, шанал, ниндзя. Бабл. Мы тут все твинки, кто ролил. Или кто-то из мейнов ролил. Окей. Лагает, конечно. Пиздец. Ваультера поставишь. У меня ДПС нихуя нет. Он нападён, пишет. Выйди вон, разбойник. Да. Мне что-то как-то на другое чем записал. Он не в сети. А Лексус что? Мастер сильные штаны надо, можно горючу закинуть, будет ему мотивация Антон к нам в рейды ходить. Иди вниз, Войд. Хоть ты ваты пытаешь. А, и нижних тоже агри, говорю. А дай гурс, он мне похуй. Сори, я микрофон забыл включить. У меня щиток на этой кнопке. Что, в РС-ку таким же составом или меняем что-то? Не, я зайду на основном.
тебя есть лапка. Сёман. Мы по времени не успели, да? Получилось. Чё, погнали? А не Паультера-то сумомите, блядь. После трэш. Потеряли часть народа. Подведите трэш поближе к воротам. Да сейчас шкаф поставим, да и этот как вот смоним, в чем проблема. У меня вообще ни одна кнопка не тыкается, а тыкаю не тыкается. Так я хил. Никак. Я могу раскинуться, что Шредер, ты тут? За стенку или... А, здесь. Шредер сразу в шкаф ставь. Кого сумон плюс чат. Тыкните на шкаф. Полтора сумони. Не, ну тыкать не надо, конечно. Тык быстрее, блядь. Тык на. Не все ход еще за вратами. Вот теперь. Все, всех за сумони. Каску по Лексусу. Так, Анна, ты на кубы поназначал без Ваультера, да? Дайте, блядь, каску кубы. Ну, я тебя попросил на меня поставить куба. Продавали 10 секунд, Куба. Он вообще не дамажит. Ему каску не дали. Thank you.
Убей, готовимся. Будет скоро, через 10 секунд. В чем был срач? Вообще это да. Бэбля. Yes! Не объявишь. Все, пиздец. Это чей купт? Такой крик yes, блять, в конце нахуй. Блять, радости полные трусы. Выхохоль, в чем проблема? Почему ты дал ДПС ниже, чем Ванзай? Я не видел. Трусы были прожаты. Ну, звезда тоже была прожата. Нет. За что? Ну, не видели, кто не прожал, ваши проблемы. Заебись, на кубы попросился. А ты чё, думал, слакать, что ли, будешь? Не, в смысле? Попросился, получил ГП. Нет, я могу, конечно, ошибаться, но, по-моему, не прошел либо ромб, либо трусы, потому что ближние были прожаты, и мои тоже. Ну, смените меня тогда на ромб, смените, если я не прожал. Я просто тыкал 4 раза, и у меня было дебаф. Ну, когда я нажимал. Не, я был дебаф, типа, когда вайпнулись. А можно ромб сменить? Оп. Ты когда прожал шрапистул этот, кубы, у тебя было... луч на босс. Я луч не видел, у меня дебаф был от того, что я нажал. Погоди, стой. Полоска и шла, то, что ты стоял. Он начал кастовать. Я нажал на куб. И был дебаф. Я типа один раз нажал. Значит, ты зашел на платформу до каста. Ну, значит, получили все ГП, вот и все. Проблема там. Походу, да. Ебать у вас нежный рок, конечно, злой человек. За что такое обсирать-то? Она всегда подняла. Не обращайся. Да потому что, блять, из-за какого-то дауна мне дали так. ГП. Тебе отмерили ГП, успокойся.
Что ты сразу всех даунами называешь? Ты вообще знаешь, что такое дауны, Алиса? Я не знаю. Просто очень добрый человек, что вам? Очень смешно. Я не согласен с 500-кой. Нет, если всем даем одинаковое ГП, значит всем даем одинаковое ГП. А раньше такой хуйни не было, да? То есть шмотка в хреме, блядь, 100 ГП, вайп 500, чё за хуйня? Не, ну вайп ГП ничего не... Бля, меня защищают, так. Сказать тебе, как эта вся хуйня решалась? Просто есть время РТ от и до. После до уже идет дополнительное ЕП. Если пересиживаем, и надо кого-то убить. Все. У нас так решалось. Все. Они каждый раз, давайте спешимся, спешимся, блядь, и потом вайпаемся больше, чем, блядь, спешимся. На. Кубы готовимся. Прожали. Да, все правильно. Thank you.
Мне на шансона перекинь с Ваультера, пожалуйста. Я на шами не могу. Раз... Я на грудник выиграла. Да ты запарил, шейпер, блядь.